Всем добрый день. Меня зовут Соня Савина. Я занимаюсь дата-журналистикой около 3 лет. Все началось с учебы в магистратуре журналистика данных в Вышке. Потом я успела поработать в дата-журналистом в РБК, а сейчас занимаюсь на фрилансе для различных СМИ и НКО, делаю материалы, основанные на данных. Я не профессиональный программист, я только учусь использовать язык программирования Python для создания своих материалов, и поэтому сегодня я просто на своем опыте расскажу, как программирование может быть полезно для журналистов и как научиться не бояться Python. Почему мы будем говорить именно про язык программирования Python? Это один из самых популярных языков программирования в среде дата-журналистов. Он идеально подходит для сбора и анализа данных. Его создатель стремился сделать язык простым для чтения и обмена, то есть когда один человек написал код, а второй человек сможет легко прочитать его и понять, что там было написано. Кроме этого, язык программирования часто называют интуитивно понятным и похожим на упрощенный английский. Это означает, что если вы захотите совершить какое-то действие на питоне, нужно просто покопаться у себя в голове и подумать, какое слово в английском языке означает, ну, будет переводить это действие, и, скорее всего, это слово и окажется той операцией, которую нам нужно вставить в код, чтобы все заработало. Для начала несколько примеров журналистских статей, которые не получились бы, если бы их авторы не умели программировать. В 2013 году американская редакция ProPublica исследовали цензуру в китайской социальной сети, которая является аналогом Твиттера. Что они сделали? Они заметили, что когда опубликованный ранее пост удаляется, может выскочить две ошибки. Одна, когда пост был удален самим человеком, а другая, когда пост удален был самой соцсетью. И они решили посмотреть, какие изображения в этой социальной сети удаляются вторым способом. Для этого они взяли 100 аккаунтов и должны были в течение нескольких месяцев каждый день отслеживать, что там публикуется и что потом удаляется. Понятно, что руками сделать это было бы невозможно, поэтому они написали код, который раз в 6 минут скачивал все ссылки на опубликованные посты, затем потом раз в час проходил по этим ссылкам и выделял те, которые были удалены именно вот со вторым кодом ошибки. И таким образом этот код был написан как раз на языке программирования Python, и они поручили вот эту рутинную задачу по проверке ссылок компьютеру и выяснили, что в основном удаляются такие изображения, например, исторические снимки каких-то протестов или опальных политиков, или политические карикатуры. Другой пример 2017 года, BuzzFeed News, исследовали самолеты-шпионы, которые летают над американскими городами и следят за передвижениями людей, прослушивают их разговоры, записывают передвижения. Как они это сделали? Еще до того, как они провели свое расследование, в СМИ появлялись публикации об этих самолетах. И основная особенность этих самолетов была в том, что они принадлежат спецслужбам, но при этом зарегистрированы на подставные частные компании. Поэтому отследить принадлежность вот к спецслужбам было очень сложно, и единственный способ это сделать был проанализировать характеристики полетов этих самолетов. Например, как можешь видеть на картинке, они оставляют характерные следы в виде кругов, потому что летают над конкретной областью, чтобы собирать информацию именно о ней. И невозможно представить, как можно было бы это сделать руками, поэтому они написали код уже на другом языке программирования R, который также распространен среди аналитиков данных. И что делал этот код? Он анализировал базу данных перелетов всех самолетов над США, то есть это огромное количество самолетов, и сравнивал характеристики полетов тех, которые уже были доказано, что они принадлежат спецслужбам, и всех остальных самолетов. И таким образом они нашли новые случаи, новые самолеты-шпионы, и опубликовали серию расследований о том, что, например, какие-то самолеты летали над местами протестов, а какие-то помогали искать преступников, наркоторговцев, террористов и так далее. Зачем журналистам программировать? Вообще есть очень много данных, больше, чем нам кажется. Не все из них представлены в виде открытых данных и лежат в каких-то удобных и понятных таблицах, которые мы можем сами проанализировать. Например, какие-то данные могут быть разбросаны по тысячам веб-страниц. И программирование — это способ
как раз-таки работать с большими данными, которые человеку кажутся большими, а для компьютера они не будут таковыми. И, например, в своей работе чаще всего я использую Python именно для парсинга данных с веб-страниц. Это такой способ поручить компьютеру сделать за тебя то, что тебе самому не под силу. И в журналистике есть несколько ситуаций, когда без этого не обойтись. Первое — это когда есть горячий информационный повод и нет времени и ресурсов, чтобы сделать это вручную. Пример может служить ситуация с выборами президента, которые проходили в прошлом году. Все следили за явкой, все следили за результатами, и у нас в РБК стояла задача оперативно в режиме онлайн оповещать читателей о том, что происходит. На сайте это было представлено в виде нескольких интерактивных карт с явкой и затем с результатами, которые должны были обновляться по мере обновления результатов в ЦИКе. Исходные данные лежали на сайте ЦИК, просто на веб-странице, и причем там не была посчитана явка. То есть там были данные, допустим, по количеству потенциальных избирателей, количеству использованных бюллетеней. И задача состояла в том, чтобы, во-первых, посчитать явку самим, затем собрать данные, посчитать явку и превратить их в такой формат, который нам остается только загрузить на эту карту, и больше ничего не нужно было делать. И за эту ночь после выборов приходилось делать это десятки раз, и поэтому мы тоже поручили эту рутинную работу компьютеру, то есть написали заранее, до выборов, код, который собирал данные и превращал в нужный формат. Так выглядела карта, например, по результатам. Второй пример — это публикация антикоррупционных деклараций, которая происходит раз в год. Тоже все следят за тем, кто из чиновников разбогател, кто обеднел. И мы тоже хотели выдать новости и аналитику по этому поводу первыми, поэтому подготовились и заранее написали коды, которые бы превращали декларации тоже в удобный для анализа вид, потому что они не размещены, как правило, в готовых таблицах, которые можем отсортировать там по убыванию доходов, чтобы узнать о самом богатом чиновнике. И здесь тоже не хватало времени, не хватало ресурсов, поэтому нужно было прибегнуть к программированию. Вторая ситуация, когда данные большие. Настолько большие, что при их сборе можно сойти с ума. Здесь другой пример. Тоже в РБК мы заинтересовались темой обманутых дольщиков и проанализировали дела, судебные дела, когда дольщики обращаются в суды с исками к застройщикам и пытаются как бы взыскать с них какую-то компенсацию. И вопрос состоял в том, сколько они просят и сколько суды присуждают. И оказалось, что люди просят в два раза больше, чем на самом деле потом получают, почти в два раза. Как мы это сделали? Судебные дела лежат на сайте Газправосудия, и они представлены в виде таких сплошных текстов, из которых нам нужно извлечь только суммы, цифры. И причем не все подряд цифры, там какие-то даты или номер дела нам, например, не нужен, нам нужны именно рубли. Но проблема состояла основная в том, что эти дела, они настолько в разных, могут быть, вариациях представлены, то есть каждый суд пишет, как он себе хочет. Поэтому приходилось переписывать код очень много раз, а задача кода была как раз в том, чтобы разобрать на части вот этот текст и извлечь из него цифры. И я переписывала его много раз, потому что тестировала на все новых и новых делах. Оказывалось, что выскакивали какие-то все новые ошибки. И примерно неделю у меня ушла на написание этого кода. И тогда я пересчитала и поняла, что, наверное, за эту неделю я могла бы вручную взять все эти тысячи судебных дел и просто выписывать из них нужные мне цифры. Но потом я поняла, что так думать не нужно, потому что, по крайней мере, это действительно помогло мне не сойти с ума. То есть мне снился этот код, но при этом я хотя бы не стала разговаривать с людьми, там, выдержками из судебных дел всю оставшуюся жизнь. И самое главное, что по итогам этой работы у меня получился еще один продукт, кроме статьи, как раз сам код, к которому я могу прибегать еще бесконечное количество раз, потому что вот этот ресурс Газправосудия, он... Ну, это тоже очень плодотворное такое поле для каких-то новых исследований. Например, сейчас я работаю тоже над темой, в которой снова нужно обратиться вот к суммам исков. И мне уже не нужно тратить время на написание кода, я могу просто использовать старый код и уж тем более не перебирать все эти судебные дела вручную. Переиспользовать код — это вообще
очень ценное преимущество как раз-таки того, что мы автоматизируем работу. Здесь у меня есть еще один пример. Во время учебы в качестве такого шуточного проекта мы с командой решили написать код, который будет собирать все госзакупки с сайта госзатраты и госзакупки именно тех вещей, которые, казалось бы, нельзя купить. То есть нам интересно, сколько они стоят. Например, любовь, счастье или надежда. И у нас получились очень абсурдные результаты. Например, что в Татарстане больше всего не хватает любви, потому что именно там чаще всего люди покупают, заключают контракты на какие-то предметы со словом «любовь» в названии. Все это, конечно, шутки, потому что такие контракты — это когда, например, какой-то детский сад закупает конфеты или библиотека закупает любовные романы. Но, тем не менее, нам удалось создать как раз-таки универсальный инструмент, который потом можно было бы использовать уже для более серьезных и поиска каких-то интересных контрактов. Так выглядела строка кода. Это просто список тех слов, которые вот в случае поиска любви нужно было искать в контрактах. Так обязательно ли нам делать это самим, нам, журналистам? Еще до того, как я начала изучать Python, я участвовала в хакатонах, и это происходило в команде. То есть у меня в команде был программист-аналитик, которому я просто поручала какую-то задачу. Я как журналист отвечала за идею, за текст, а он выдавал мне уже готовые данные, готовые результаты. Но в жизни, к сожалению, так не происходит. В тех, по крайней мере, редакциях, в которых работала я или работают мои коллеги, в штате нет программиста, который бы мог все свое время уделять именно дата-журналистским проектам. Поэтому стоит этому научиться, и особенно если ты фрилансер, потому что в этом случае, по крайней мере, не придется ни с кем делить гонорар. Да, и самое главное преимущество в том, что ты сам контролируешь весь процесс создания статьи от и до. Здесь такой пример. Все вы, наверное, помните хэштег «За Собянина». Перед выборами была волна позитивных публикаций о деятельности мэра. И я заметила, что этот хэштег стали использовать еще и противники Собянина. То есть они стали публиковать отрицательные посты и используя этот же хэштег. И изначально наша задача состояла в том, чтобы просто сравнить, позитивных или негативных постов больше. Но в процессе работы над кодом, который должен был собрать все посты из Твиттера и Инстаграма, как это две основные платформы, в которых распространялась эта волна, я заметила, что положительные посты часто содержат еще одни хэштеги, например, штаб Собянина или волонтеры Собянина. И тогда возникла идея посчитать еще и отдельно, сколько постов содержат эти другие хэштеги, которые как бы косвенно подтверждают, что эти посты опубликованы именно самим избирательным штабом Собянина. И если бы я поручила эту задачу какому-то стороннему разработчику и кому-то другому, эта важная деталь могла бы и не быть в нашей статье, что вот большинство положительных отзывов, большая их часть, была опубликована, скорее всего, сотрудниками штаба Собянина. Если вдруг после дня открытых данных вы решите начать программировать, как это сделать? Во-первых, нужно понять, что Python — это очень могущественный язык, на нем можно писать даже веб-приложения или игры, и поэтому важно вовремя остановиться и понять, что не нужно нам изучать весь язык, нужно сконцентрироваться именно на той области, которая отвечает за сбор и анализ данных. Для начала все-таки придется изучить основы, правила, по которым работает этот язык. И здесь, например, есть два ресурса на русском языке, которые объясняют самые основы, что такое словари, функции и так далее. И, например, вот по первой ссылке сайт, на котором можно прямо в браузере писать код, тестировать его и понять, как все устроено. А затем стоит переходить именно уже как раз вот к области сбора и анализа данных, и на этом слайде я собрала самые часто встречающиеся именно в моих кодах библиотеки, которые всегда спасают самые базовые вещи, которые нам нужны для сбора и анализа данных. Еще я хотела сказать, что я училась программированию в университете, то есть у меня был преподаватель, были домашние задания, и я думаю, что это самый простой, эффективный способ, но тем не менее можно научиться всему самостоятельно, есть очень много онлайн-курсов, и сейчас даже появляются те, которые предназначены именно для журналистов и адаптированы под их нужды.
И, конечно, нужно подружиться с программистом, нужно, чтобы был такой профессионал, которому можно было среди ночи написать со словами, что все сломалось и код не работает, нужно не бояться просить помощи. И у тех, кто кодит на Питоне, есть большое сообщество людей, готовых помочь. Например, GitHub — это сервис, который называют социальной сетью для разработчиков, куда программисты выкладывают свои наработки, свои скрипты, и можно туда подглядывать, учиться, как решают те или иные задачи другие люди. Вторая ссылка — это сервис вопросов и ответов, на которых тоже можно задать любой вопрос по коду, и другие журналисты со всех уголков света ответят. Например, все вопросы, которые возникали у меня, уже были заданы там, и я получала ответы. Что делать, если кодить все равно страшно и не хочется? Нужно понять, что дата-журналистика, она не исчерпывается вот этими большими историями с труднодоступными и огромными данными. Можно взять даже самые маленькие и простые, доступные для обработки данные, и просто придумать классный формат, который будет работать. Например, в РБК к дню инаугурации Путина в прошлом году мы придумали такую игру, где собрали 10 показателей, которые характеризуют развитие страны, собрали статистику по ним и предложили читателю предположить, как изменился этот показатель за последний срок Путина. Нужно было дорисовать график. Например, вот здесь реальные располагаемые денежные доходы. Я предполагаю, что они продолжили расти, а потом мы показывали правильный ответ. И этот материал был создан на обычных данных, самых, которые может посмотреть каждый, например, данные Росстата, и не нужно было кодить, чтобы их собрать. То есть преимущество таких материалов именно в подаче, в формате. Кроме этого, есть альтернативы, которые помогают собрать как раз большие данные, которые разбросаны по веб-страницам. Это сервисы, в которых нужно лишь указать мышкой область, которую вы хотите себе скачать в готовую таблицу, которую можно будет анализировать, и программа делает все за вас. Но проблема с ними в том, что половина из них платная, а половина с очень ограниченным функционалом. То есть ту же самую, например, статью с анализом судебных дел было бы невозможно сделать с их помощью. Ну и чтобы подытожить, я хочу сказать, что программирование может даваться непросто, но это стоит того, потому что это позволяет копнуть глубже и очень здорово облегчает журналистам жизнь. Спасибо. Какие-то вопросы будут к Софье? Да, есть вопрос. Большое спасибо за доклад. У меня вопрос. Были ли такие ситуации, когда вы сначала думали, что получится использовать Python, программирование для того, чтобы получить какие-то результаты, а потом все равно приходилось все делать вручную, и какие это были ситуации? То есть почему так получалось? Ну, нет, наверное, таких ситуаций не было. Скорее, вот были ситуации, когда приходилось очень-очень долго сидеть над кодом, и когда казалось, что скорее я могу уже собрать это все руками. Но в итоге, да, как я уже сказала, я всегда понимала, что у меня остается побочный продукт, то есть код, и лучше как бы заниматься вот этой интеллектуальной деятельностью, то есть разрабатывать код, тренируешь мозг, вместо того, чтобы просто рутинную работу выполнять руками. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А если некоторые данные были настолько огромные, то что ни вручную не обработать, либо их было очень сложно достать, например, это были картинки и так далее, использовали ли вы как-то нейросети или что-то подобное? Нет. До этого мне еще далеко, да. Я оцениваю здраво свои силы и берусь за проекты, которые точно под силу обработать данные для них. Но да, это используется в практике других журналистов. Это уже следующая ступень. Большое спасибо за доклад. А у меня вопрос от непрограммиста. А есть риск написать код неправильно? Ну, то есть вы думаете, что все нормально, а потом оп. Да, конечно, есть такой риск. Как вы проверяете перед публикацией? Да, и нужно всегда проверять,
правильно ли работает код. Вот опять же с тем проектом про судебные дела я прям отдельно, ну вообще как все это было устроено, что я собирала в отдельную таблицу номер дела, ссылку на это дело, там сумму иска и сумму взысканную. Поэтому у меня была возможность потом вручную проходить по этой ссылке и посмотреть уже своими глазами, действительно ли та цифра, которая посчитал компьютер и код, совпадает с той, которую я сама вижу. Вот, я делала это на огромной выборке дел, то есть минимизировала как бы потери. То есть я не проверяла все эти тысячи дел, но тем не менее я, например, смотрела, ну, сортировала их по максимальным, да, и видела, что там какие-то самые просто нереальные огромные суммы исков, и проверяла на этих делах, что работает не так, и переписывала уже код, исходя из них. То есть мы, если данные настолько большие, что мы не можем все их проверить руками, нужно вот искать какие-то выпадающие значения, максимальные и так далее, и проверять их руками. Спасибо. Я прошу прощения. Вот по поводу вопроса, который был только что. Есть как бы два типа ошибок. Первое — это более сложные, это логические. Если данные неправильно спарсились и неправильно вставляются, то это уже проблема. А вот если вы имеете в виду техническую часть написания самого кода, то как только вы в самой среде разработки нажимаете «запустить код», запускается одновременно еще и отладчик, который пишет то, что ошибка может находиться в одном конкретном модуле, где вы, например, забыли точку с запятой или кавычки не закрыли. Ну да, в этом случае мы просто исправляем ошибку. И еще я хотела сказать вот по поводу предыдущего вопроса, что, например, конкретно в этом проекте про судебные дела мы считали именно средние суммы. И понятно, что когда мы считаем среднее, это не так страшно, как если бы мы считали там общую сумму, взысканную по России. То есть когда считаешь среднее, примерно разные выпадающие значения они нивелируются. То есть поэтому был не такой риск ошибиться. Если позволите. Все, ответили? Да, спасибо большое за интересный доклад. Вы не могли бы сказать несколько слов про юридическую составляющую работы, когда вы парсите? То есть, когда журналист сталкивается с возможностью парсить, он понимает, что он может собрать данные с сайта, да, и, допустим, на сайте где-то может быть написано, что использовать автоматические методы скачивания материалов, это запрещено, хотя они в открытом доступе. То есть, правовой аспект, он немного противоречивый, и в Штатах по этому поводу много спорят, можно, нельзя. Вы в России, в вашей работе сталкивались ли с этим, и как вообще смотрите? То есть, нужно ли журналистам об этом дополнительно думать? Ну, я смотрю на эту проблему, наверное, не как юрист, а как журналист, скорее с точки зрения этики, что если те собранные данные нужны нам для какого-то общественно важного расследования, то почему бы не использовать их? Ну, как, не знаю, там, с прослушкой или скрытыми записями разговоров. У меня вопрос. Вроде микрофон, хорошо. Софья, скажите, пожалуйста, другие издания, в частности ProPublica, которые вы упомянули, они часто выкладывают вместе с датой историями и данные, которые они там анализировали, и иногда код. Да? Практикуете ли вы такое? Думали ли вы над этим? И как вы к этому относитесь? Мне нравится, что в других странах это распространено, у нас почему-то нет такой практики, то есть даже там в РБК нет, мне кажется, какого-то место, да, в котором могли бы ставить там эти данные, код, то есть это просто не используется. И поэтому, но всегда у журналиста есть способ там завести свой личный аккаунт на GitHub'е и поделиться кодом там. Но, наверное, свой код я бы не стала выкладывать, потому что, ну, он очень такой, не знаю, примитивный, то есть я расписываю там каждое действие и все такое, и немного стыдно его показывать. Главное, чтобы он работал. А можно еще вопрос? София, вот в парадигме того, что вот дата-журналист, он уже сам по себе, СМИ, да, там вы делаете код, вы пишете, с точки зрения визуализации, что вы планируете или там будете, как с этим направлением? Ну, то есть я про дизайн, про красиво сделать, забрать хлеб у дизайнера. Думали ли вы над этим и будете ли там, посоветуете?
Ну, вообще, вот в нормальной команде должен быть журналист, программист и дизайнер. И так как я уже забрала хлеб у программиста, я боюсь забирать хлеб у дизайнера, потому что это вообще совершенно отдельная область, и пока не хочу заменять собой дизайнера, потому что, вот, как я сказала, в редакциях нет штатных программистов, но с дизайнерами, по крайней мере, все лучше. Есть специалисты, которые сделают все сами. Соня, спасибо большое за доклад, тоже поблагодарю. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот ваш уровень знания Питона, вы журналист, ваш уровень знания Питона в будущем это скорее базовый навык или все-таки какой-то исключительный в журналистике? Не поняла вопрос. Знание Питона базовый навык в журналистике должен быть? Ну, сейчас пока нет. Ну, в дата журналистике да. В журналистике нет. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот я задаю вопрос. Подскажите, вот вы рассказываете про код, а где вы его выполняете, на какой машине, сколько это времени занимает? У вас есть какое-то свое оборудование, либо вы арендуете его где-то? Нет, на своем обычном макбуке. И, ну, просто, видимо, это не такие большие объемы данных, которые бы не потянул компьютер. Ну вот вы говорите, то, что часто приходилось переписывать код, чтобы mm-hmm. получить правильный результат. А вот итерация именно проверки для того, чтобы загрузить полностью вот все судебные дела, прогнать их через ваш код и получить результат, сколько это времени занимает? Ну вот, например, для статьи, над которой я сейчас работаю, вот если считать, что код уже написан и работает хорошо, именно сам сбор данных занимает 2 суток. Это 16 тысяч судебных дел, то есть там... Потому что нужно ждать, когда каждая страница загружается, потом выгружается текст, а потом уже он анализируется. Вот. Ну, то есть 2 суток нужно просто ждать, пока судебные дела соберутся. А вот сама работа алгоритма вашего уже на собранных данных сколько занимает? Ну, это очень быстро выполняется. Ну, потому что здесь нужно... Ну, тоже просто есть способы, как... меньше времени на это потратить. Например, с теми же судебными делами мы говорим коду, чтобы он не прям в браузере, да, выявлял эти цифры, а мы сначала скачиваем все судебные дела в формат TXT, и потом из него уже очень быстро Python грузит судебные дела и буквально там за 5 минут может выдать нам вот эту среднюю сумму иска. София, подскажите, пожалуйста, а вот бывали ли у вас такие ситуации, когда история из данных не складывалась или складывалась не так, как вы изначально предполагали? Что в таких случаях делать? Ну, просто нет какого-то ведь конкретного посыла, который я хочу найти в данных. Есть просто идея и вопрос какой-то, что я хочу исследовать, и потом уже я анализирую данные и смотрю, что они показывают. То есть нет ведь цели там подбить какие-то данные под свою гипотезу. Есть цель именно исследовать, что там происходит, поэтому любой результат, он оказывался каким-то результатом. Вот, уже дальше я решала, интересен он или он банален. А, хорошо, допустим, вы решили, что результат банален, но как быть тогда с теми трудозатратами? Допустим, вам пришлось писать, там, я не знаю, вот этот огромный код или там что-то еще такое делать, большое трудозатратное. Мне кажется, это обидно. Ну да, это обидно, но, возможно, этот код пригодится в будущем. Да, вот если именно писать такие коды, которые, например, вот работают с сайтом правосудия или госзакупок, это такие платформы, ну, на которых бесконечное количество еще материалов можно создать. Можно еще один вопросик? А вот по поводу обработки именно пространственных данных, вы применяете код, вот, написанный на Питоне, и в каких именно в программах вы визуализируете вот картографические данные для статей? Или это немножко вот не в вашей сфере? Ну вот сейчас, когда уже я работаю для редакции каких-то, я не занимаюсь дизайном, но раньше, например, на хакатонах есть сервисы Carto, например, самый простой, куда можно загрузить уже, по-моему, в формате CSV данные, и автоматически все подгрузится на карту. И
Я хотела добавить, я работаю в РБК, мы раньше с Соней были коллегами, и вопрос был про публикацию датасетов. На самом деле, изредка мы публикуем датасеты собранные. Это не очень часто бывает, потому что, как правило, мы считаем нецелесообразным, что ли, эту публикацию. То есть нам кажется, что многие читатели, абсолютно большинство, не интересуются этим. Изредка мы публикуем, и более того, в конце прошлого года сделали проект что-то типа энциклопедии санкций, для которой мы специально все объединили существующие датасеты санкций или создали их сами, перевели все на русский язык и опубликовали в виде датасетов. Именно в этом была суть проекта, в том, чтобы они стали доступны на русском языке в одном месте. Одна из главных сутей. А код мы не публикуем, потому что нам как-то покажется, что это не для российского читателя, что ли. Да, спасибо. Вот. Ну, то есть не имеет смысла публиковать код. Но на самом деле я подозреваю, что код публикует какой-нибудь только пудинг, разве что, или ProPublica. То есть там, где большей части люди создают для таких же дата-энтузиастов, чем для миллионной аудитории. Вот. Спасибо. Спасибо, Соня. Спасибо.